полгода, даже больше, чем полгода, я не был в аэропорту и не летал на самолетах. Думаю, как и многие из вас, и это было, ну, довольно странное время. Но, как показывает практика, момент, когда ты снова начинаешь планировать путешествие, все-таки наступает, и дальше все происходит по хорошо знакомой схеме. Ты заходишь на авиасейлс, а мышечная память, оказывается, великое дело, пальцы-то помнят. Вводишь Dream Destination, город, даты, и выбираешь между лучшими вариантами перелетов. Они всегда сверху, как сливки. Ну и, собственно, все. По всему этому я дико соскучился, и очень хочется, чтобы этот приятный момент ожидания поездки поскорее наступил у каждого из вас. Я надеюсь, что так и будет. Хорошо, пошел. Привет! Если помните, как-то я рассказывал уже о том, как это путешествовать по Европе на собственном автомобиле. Примерно год назад я на своей маленькой турбобричке накатал около 10 тысяч километров, проехал то ли 7, то ли 8 европейских стран, получил мегатонну кайфа, и этот выпуск есть у меня на канале, вы можете его посмотреть. Но ровно спустя год я решил, что задачу нужно усложнять, и теперь цель разобраться, как это путешествовать по Европе на частном самолете. Да, это то, что многие из нас представляют себе, когда слышат частный самолет. Но мы, конечно, сейчас не говорим о бизнес-джетах, потому что это отдельное направление, это куча денег. Мы говорим об обычном, простом, легкомоторном самолете. И что очень важно, здесь, в Европе, его, в принципе, не обязательно покупать, его можно взять в аренду. Самое главное, чтобы нашелся человек, который умел им управлять. И вы не поверите, но такой человек нашелся. Короче, пора вас кое с кем познакомить. Наша история начинается в швейцарской деревушке Гриндл, в часе езды от Базеля. Это совершенно крохотная деревня на 500 жителей в швейцарских горах Юра. Типичная швейцарская маленькая деревня, где легко дышится, соседи друг друга знают, в общем, кайфец. Здесь как раз и живет человек, который умеет управлять самолетом. Это Андрей, по приглашению которого я, собственно, и приехал сюда. Андрей и его жена Валерия родом из Литвы, но последние 7 лет живут здесь, в Швейцарии. Большой семьей, с двумя детьми и даже успели построить здесь дом. Сколько комнат? Я не знаю. Да ладно. Вопрос о количестве апартаментов поставили в тупик как Леру, так и Андрея, и они без шуток не знали ответа. Не зря я приехал к ребятам, они хотя бы комнаты свои посчитали. Комнат в этом доме оказалось 7, но не спешите записывать ребят в ряды швейцарской буржуазии. Кто строил дом? Практически сами. То есть мы заказали китхаус, опять же, как в Икеа, финский. То есть? Ну, пришел грузовик с упакованными, ну, как вот стены, в которые встроены окна. Да ладно? Да. Наняли фирму, чтобы они нам просто собрали стены и крышу. А дальше уже я взял своего друга школьного, и вот мы тут вместе практически шаманим с ним. Я провел у ребят в доме несколько дней, пошлялся по окрестностям и даже успел поучаствовать в местном празднике урожая. Это когда швейцарцы собирают яблоки и усилиями части деревни делают из них себе сок. Короче, консервацией занимаются. Люди здесь в Швейцарии, в этой деревне в том числе, конечно, достаточно обеспечены, и они делают это не для того, чтобы там где-то сэкономить и не покупать сок, а просто потому, что процесс кайфовый, они на пенсии, денег хватает, и, ну, просто вот по кайфу сделать себе настоящий, вкусный, без консервантов, яблочный сок. Сори за этот авто, просто о Швейцарии я могу рассказывать очень долго. Давайте вернемся к основной теме. Андрей вообще работает в крупной фармацевтической компании, но в свободное от работы время он пилот с 10-летним стажем, который летает в удовольствие, катает семью, друзей. В общем, это такое хобби, которое уже давно стало частью жизни. И частью семьи, наверное, тоже, потому что и Лера, и дети тоже разделяют такую любовь к небу. И здесь мы плавно перемещаемся на аэродром Апсхайм-Мулуз, который находится во Франции, буквально в 5 километрах от швейцарской границы. Это наша стартовая точка. Аэродром, в принципе, не маленький. Здесь несколько ангаров с самолетами и штук 15 аэроклубов, в которых люди, во-первых, берут на прокат авиатехнику, но, во-вторых, учатся летать. Сколько ты учился на пилота? В общей сложности, наверное, полгода. Всего лишь? Да, и это еще довольно долго. То есть, в принципе, по ускоренному курсу, вот многие, кто хотят очень быстро сделать, едут во Флориду, и это 2 недели максимум занимает. В смысле? Это как вождение на автомобиле? Ну, так и есть. Например, в Швейцарии нужно около 40 часов для того, чтобы на машину получить права. На самолет это 45 часов. Да, оказалось, что получить лицензию пилота можно довольно быстро. Как результат, людей в аэроклубах полно. Летает вот реально и старый млад. Этой девочке на вид лет 18, и она готовится к своему очередному тренировочному полету. Мама на всякий случай на заднем сидении. А вот на этом маленьком самолете летает друг Андрея, немец, которого зовут Андреас. Ну вот мы слетали с ним в командировку на выходные на острова. Угу. Очень проникся полетами.
Короче, он не летал, он не имел. Нет, он вообще нет. Вообще никакого отношения не имел. Первый раз в самолете был. Ну вот, и так проникся, что заказал себе, нашел по интернету самолет этот вот кит. Заказал себе. Подожди, в смысле кит? Это что, как конструктор, что ли? Да, короче, ну вот как в IKEA. Все ящики приходят, шкафов, самолет? И ты собираешь. Да. Серьезно? Да. А так можно? Прикинь. Дамы и господа, перед вами самолет, который заказали по интернету и собрали вручную. I think we got 6 boxes delivered. Some came from the Ukraine, some other parts from France. The owner of the company sits in the UK. And, you know, it all fit together, surprisingly. Купил этот самолет Андреас, а собрал его отец за 2 года. It's a kit plane, so yes, you buy all the individual parts and then you put it together, like Lego, yes, like Lego. Он вполне себе нормально летает, но видно, что собран он из довольно бюджетных материалов, и, возможно, поэтому тут на всякий случай установили парашют. You have a parachute? Yes, and here, if you pull out this lever here, 50 centimeters, it could come out right now if you wanted. No, I don't want. В этом аэроклубе вообще много разных самолетов, но самое важное для нас, что здесь они используются не только для увеселительных прогулок, но и как полноценный транспорт, то есть на них можно путешествовать. Вот так выглядит воздушный трафик над Европой. И это несмотря на карантин. Часть из этого потока — это малая авиация. Причин популярности у легкомоторных самолетов много. В одной только Франции 420 официальных аэродромов. Плюс 1000 площадок для ультралегких самолетов. А также очень развита вся необходимая инфраструктура. Аэроклубы, рестораны, интересные локации. И все это мы хотим посмотреть, а еще важнее — снять. План следующий. Вылететь из Апсхайма, пролететь половину Франции, добраться до Авиньона, потом Лазурный берег, потом перелететь через море и, наконец, попасть на Корсику. На все это у нас есть 6 дней и 4-местный самолет Robin 400 французского производства, который мы под себя забронировали. Прикол этого самолета в том, что он максимально простой. То есть здесь нет никакой электроники, здесь нет гидравлики, здесь тросики вместо гидравлики. То есть даже закрылки выпускаются просто вот как ручник. Благодаря этому самолет вроде бы как надежный, но это не точно. Для того, чтобы арендовать самолет, нужно иметь удостоверение пилота и обязательно быть членом этого аэроклуба. Аренда обойдется примерно 160 евро в час. Стоит сказать, что в отличие от автомобиля, где оплата по дням, здесь в самолете почасовая оплата. Но очень важное замечание, то что часы считаются только за включенный двигатель. То есть, если самолет стоит, например, на земле, ты не платишь. Ты платишь только за момент, когда ты заводишь мотор и пропеллер крутится. Накрученные карбованцы показываются на этом счетчике. То есть, смотри, мы сейчас взяли самолет, мы его забронировали. И все, мы можем лететь, даже никому не надо ничего говорить? Да. Вот, ключи. Погнали. Это наши вещи. Самое главное здесь не рюкзаки и палатки, а вот эта канистра справа. Это канистра с маслом. Ну, движок, он жрет масло, и он еще летает на бензине, в котором свинец есть. То есть вот это вот нам надо взять с собой, чтобы масло не кончилось. Так, Стрик, ты будешь контролировать, правильно я понимаю? Да. Напоминай. Шматья у нас, конечно, достаточно. Теперь вопрос, куда его грузить? В отличие от автомобиля, где есть полноценный багажник, у нас есть только небольшая полочка, ну и задний ряд сидений, так как мы летим вдвоем. Места здесь не очень много, но оно как минимум есть. Тяжелая зараза. В этом смысле, конечно, машины могут как минимум своим ходом подъехать к бензоколонке. А с легкомоторным самолетом все не так просто. Какой расход у этой машины? Заявлены 33 литра. В час? Да. Это при скорости где-то 220-240 км в час. То есть, в принципе, если перевести эту метрическую систему на понятную автомобилистам, то получится, что этот самолет расходует примерно 15-16 литров на 100 км пути, что, в принципе, ну, сопоставимо с каким-нибудь большим внедорожником. Важный момент. Так как это арендный самолет, как понять, что до тебя его никто не ушатал? Ну, во-первых, для этого есть специальный технический журнал, куда каждый пилот записывает свои наблюдения. А во-вторых, перед каждым полетом Андрей визуально осматривает самолет и проверяет, чтобы все было чики-пики. Короче, сборы проходят в попыхах, потому что погода начала портиться, и надо срочно улетать, потому что мы рискуем попасть в грозу, а это самое плохое, что может случиться. У меня куча вопросов, на самом деле, но буду задавать я их, наверное, по ходу нашего полета. Погнали! Европейский, получается, не забег, а долет. Европейский залет на частном самолете
начинается прямо сейчас. Мы взлетели, и пора, наверное, поделиться с вами своими впечатлениями. Первое и самое прикольное — это то, что на таком самолете ты летишь относительно невысоко. И в отличие от пассажирского лайнера, где у тебя из окна обычно виден Google Maps, здесь ты вполне себе можешь рассмотреть какие-то города, достопримечательности, и в целом создается такой эффект присутствия. Можно вообще лететь с огибанием рельефа местности, и тогда ты даже ниже некоторых объектов на Земле. Вот это прям вообще зачет. Теперь логичный вопрос: а как мы вообще понимаем, куда лететь? Для этого у Андрея есть специальный навигатор, считайте такой самолетный Waze, на котором ты прокладываешь маршрут, а вот эти засечки показывают, сколько тебе лететь до той или иной цели. 2, 5 или 10 минут соответственно. Я бы продолжил рассказывать, но дело в том, что мы все-таки влетели в дождевой фронт, а при таких раскладах говорить, если честно, не очень хотелось, так как было слегка дискомфортно. Но все в порядке, мы благополучно сели. Ну что, первая остановка, и мы в Бургунде. Приземлились мы на небольшом аэродроме Сент-Джордж. Вон там, где заканчивается взлетная полоса, уже начинаются виноградники. Бургундия, сами понимаете. И еще здесь прямо рядом со стоянкой самолетов есть небольшой аэроклуб и крохотный ресторанчик, куда мы и намылились в первую очередь. Так как это Франция, сами понимаете, что было на столах и чем вообще занимались люди. Это обычный аэроклуб, где пилоты отдыхают после полетов, и такие же путешественники, как и мы, паркуют здесь свои транспортные средства, а потом вливаются в тусовку. Выпивают, общаются, знакомятся. В общем, атмосфера огонь, реально. И мы с Энди, естественно, в нее тоже были втянуты. Касатики, так как мы с вами в Бургундии, здесь, кроме вина, по-любому в радиусе 1 километра должен быть замок. Ну, просто статистически так должно быть. И, конечно же, он здесь есть. Да, здесь находится самый обычный замок 16 века, в котором, например, останавливалась Жозефина Багарне, императрица Франции и первая жена Наполеона. Самое приятное, что он находится где-то, ну, в 300 метрах от взлетной полосы. Вон, видите, наш самолетик запаркован. Но и это еще не все. Дело в том, что сейчас это отель, и здесь можно остановиться на ночь. Номера стоят от 120 до примерно 350 евро. Ну, типа 2 минуты от аэропорта. Что? В отеле, правда, совсем не оказалось свободных номеров, поэтому мы забрали вещи из самолета, а ребята из аэроклуба подкинули нас к бюджетной гостинице в паре километров отсюда. Так прошел наш первый день. Так мы не попробовали, честно говоря, вчера бургундского, но это ничего, потому что я думаю, что мы догонимся в Авиньоне. Короче, мы летим в Прованс. Перед этой поездкой я, честно говоря, думал, что полет на самолете — это когда ты строишь официальный маршрут, докладываешь какой-то вышке, что у тебя там определенный курс. А на самом деле все оказалось гораздо проще. Если ты летаешь в рамках одной европейской страны, ты просто вылетел и полетел, куда тебе хочется. То есть ощущение полной свободы на самолете, оно более чем присутствует. А правильно понимаешь, что мы можем даже менять направление прямо в полете? Да. То есть я говорю, старик, вот там красивые домики, но они вот сейчас здесь не очень красивые, но и мы можем полететь туда. Давай посмотрим, может, на самом деле красиво. Не-не, я пошутил, чувак. Еще один фактор, о котором также стоит сказать, это скорость. Слушай, скажи, пожалуйста, вот мы сейчас летим рядом с дорогой, и просто хочется понимать, насколько мы быстрее, чем автомобиль. В плане того, насколько мы быстрее можем добраться до того или иного места, чем если бы мы выехали с тобой на машине. То есть наша скорость сейчас где-то около 200 км в час, потому что мы летим против ветра. Вот, но скорость на автобане где-то 130-140, так что, ну, чуть быстрее. Но, если учесть, что самолет летит по прямой, то есть самым коротким маршрутом, мы не тратим время на трафик, пробки, объезды и так далее, то, я думаю, можно сказать, что этот вид транспорта где-то в 3 раза быстрее, чем автомобиль. По многим маршрутам я проезжал и пролетал, то есть на машине и на самолете. И разница, ну, ощутима. Ты, бывает, едешь по автобану, у тебя полчаса деревья только вокруг. Здесь ты как бы эти же деревья видишь, но они вот там, вон узкая полосочка, и все вокруг у тебя еще на километров 20 бонусом идет. Но так или иначе, легкомоторный самолет все-таки не настолько комфортен, как автомобиль, и перелеты в каком-то смысле могут быть и более утомительными. Как там, так не устал? Да нет, вроде. Кофе не хочешь выпить?
Нам еще до авеню на полчаса билет, можем здесь рулить, поздравляем. Маленькая площадка, и там есть ресторанчик. То есть ты предлагаешь сесть выпить кофе? Ну, в общем, да, мы реально сели, чтобы выпить кофе, просто потому что мы, ну, мы можем себе это позволить. Аэропорт, в котором мы сели, чтобы, пардон, выпить кофе, называется Валерия Свисан. Здесь есть свой аэроклуб и даже небольшой авиамузей. Андрею нужно было кому-то позвонить по работе, я же в это время шлялся по соседним ангарам. Теперь самое интересное. Значит, мы воспользовались этой взлетно-посадочной полосой, отдохнули здесь, выпили кофе и ничего за это не заплатили, ни сантава. Ну смотри, это как комьюнити пилотов. Они точно так же прилетают к нам, и все вот так вот летают, и все друг друга угощают. Ну то есть, просто все друзья. Так или иначе, это очень приятно. Короче, мы выпили кофе и продолжили наш полет. Совсем забыл сказать, что на частном самолете тебе доступны всякие безобидные шалости. Например, так называемый лоу-пасс. Это когда самолет на большой скорости проходит очень низко над землей, но при этом ее не касается. На вопрос, зачем мы это делаем, Андрей сказал, я цитирую, «нужно птиц погонять». Поэтому мы расчехлили свои лазеры и погоняли птиц над аэропортом Лиона. А уже через полчаса мы заходили на посадку в Провансе. В аэропорту Авиньона халява закончилась. За приземление и парковку здесь пришлось заплатить 18 евро. Смотрите, 18 евро за целый день стоит стоянка самолета в этом аэропорту. Иногда ты можешь платить, не знаю, 5-7 евро в час, чтобы запарковать автомобиль где-нибудь в городе. Здесь 18 евро за день. Ну, как бы, ощутимая разница. Прикол всей этой самолетной темы здесь, в Европе, в частности во Франции, это то, что здесь просто безумно развитая инфраструктура для тех, кто летает. Вот, пожалуйста, у тебя прямо возле взлетной полосы офигенный ресторан с хорошей едой. Здесь же тебе предложат такси, не знаю, автомобиль в аренду. Ну, в общем, все сделано для того, чтобы ты вышел с самолета и сразу начал свой отдых в Провансе. Идеально. Ну и, как во многих местах во Франции, здесь закладывают за воротник, начиная прямо с обеда. Слушай, а то, что ты пьешь сейчас и потом за руль, это как? А, это здесь даже поощряется. В плане? Ну, здесь 0,5 можно. 0,5 промилле? Да. Здесь раньше было 1,2. Да ладно, 1,2 промилля? Да, то есть каждый выпивал бутылочку винца. Подожди, 1,2 это очень много, это реально, я в сопли буду при 1,2. Ну, как бы если косяков не делаешь, то без проблем. Мы косяков не делаем, но употреблять спиртное, а потом садиться за руль, я вам не рекомендую, в любой стране. Так, мы прилетели в Авиньон. Авиньон это столица Прованса, а Прованс знаменит своими полями, так что поехали смотреть поля. В этом случае именно поехали, не полетели. Важный момент. Аренду этого автомобиля, а также массу других вещей в этой поездке, я оплачивал с помощью карты Visa Platinum от Монобанка. Банка, у которого нет отделений, но зато есть суперудобное приложение, в котором можно сделать почти все. И даже поиграть в кота-змейку. Эту карту я могу вам свободно показать, не замыливая, как это обычно делается, потому что здесь нет ни номера, ни CVV-кода. И это, если честно, очень подходит для таких людей, как я, которые любят забывать, оставлять карты в путешествиях, потому что никто, кроме вас, такой картой, по сути, воспользоваться не сможет. Вообще, в этой карте есть куча плюшек для путешественников, которыми пользуюсь и я. Например, Fastlane в аэропорту. Очень удобно и очень экономит время. А еще вход в лаунжи более чем в 1000 аэропортов мира, кэшбэк или накопление миль, скидка на такси или аренду автомобиля и, естественно, на отели. И что самое важное, это без каких-либо ограничений или проверок оборотов. Заказать карту Visa Platinum от Монобанка можно по этой ссылочке. Запоминайте. Хотя, с другой стороны, можно, в принципе, кликнуть ссылку в описании, и так, наверное, будет удобнее. Монобанк, мое уважение. Мы арендовали автомобиль и первым делом отправились смотреть то, ради чего многие и прилетают в Прованс. Ну что ж, вот они, знаменитые лавандовые поля Прованса.
Красиво, правда? Единственное, с этим видео есть небольшая проблема. Оно не мое. Я купил его на стоке. Сделал я это для того, чтобы вы понимали, как выглядят цветущие лавандовые поля. Так они должны выглядеть в июне, может быть, даже в начале июля месяца, но сейчас все эти лавандовые поля выглядят примерно вот так. Да, далеко не так красиво, как на картинках. Изначально я планировал эту поездку на начало июня, когда вот все эти лавандовые поля, они как раз в самом жирном цвете. Но коронавирус, локдаун, в общем, поездку пришлось перенести, и сейчас середина августа, и поля, естественно, уже давно скошены. Увы. Несмотря на все это, недостатка в туристах, если честно, здесь не чувствуется. Все по традиции приезжают посмотреть одну из визитных карточек Прованса – аббатство Синан. Архитектура 13 века – вещь, конечно, очень прикольная, но все-таки хотелось бы наблюдать ее на фоне фиолетовых полей, а не вот этих скошенных кустов. Все дело в том, что даты цветения лаванды – это весьма переменчивая штука. Все зависит от того, насколько жарким выдалось лето. Иногда поля могут быть в цвете аж до начала августа, а иногда их могут выкосить уже в середине июля. Я прилетал сюда несколько раз в надежде поймать эти поля, и каждый раз было то рано, то поздно. И видишь, сейчас то же самое. Блин. Но знаете, нет такого видео, которое бы не смог покрасить хороший колорист, так что примерно вот так все это должно выглядеть, если вы угадали с датами. Мы же продолжаем нашу поездку по Провансу, чтобы посмотреть самую красивую деревню в регионе. Помимо красивой старой части с крепостью и всем сопутствующим, может также пощеголять несколькими симпатичными гостиницами, которые обустроены в старых зданиях прямо на холме. Ценник здесь, естественно, не самый низкий. Ну, это как бы вариант размещения явно не для бюджетников, так что там придется поискать какое-нибудь место подешевле. К счастью, для этого у нас есть собственный самолет. Все-таки приятно звучит эта фраза. Мы только что взлетели. Вот этот красивый golden hour, когда вот солнышко вот медленно катится к горизонту. Я начал испытывать по-настоящему эту вот авиационную романтику. Но вы же понимаете, что просто так и все хорошо не бывает. У нас только что сдуло GoPro с правого крыла, причем я отчетливо видел, как это произошло. Честно говоря, обидно, учитывая то, что 2 часа назад я купил под нее новый корпус за 70 евро. Shit happens. Когда я говорил насчет бюджетного жилья, я имел в виду что-нибудь наподобие этого. А еще в этом аэроклубе мы встретили офигенных местных ребят, которые видели нас впервые в жизни, но сказали примерно следующее. Парни, мы, значит, не будем закрывать ангар на ночь, чтобы в любой момент смогли воспользоваться душем. А еще там на кухне в холодильнике пиво, так что welcome. Пиво мы, конечно, взяли, а деньги за него положили в специальную коробочку, которая лежала там же. Здесь какие-то странные вещи творятся в этой летной братии, но мне, честно говоря, это безумно нравится. Правда. Доброе утро. Наконец-то появилась пара свободных минут, чтобы рассказать о том месте, где мы сейчас с вами находимся. Мы в 50 километрах от Марселя примерно. Это юг Франции, и этот аэродром называется Винон. Это на самом-то деле, как оказалось, очень интересное место. Во-первых, оно интересно тем, что вот справа от меня, буквально в 5-6 километрах, находится довольно засекреченный объект. Над ним нельзя летать. И это самый большой в мире экспериментальный термоядерный реактор ИТЕР. Это колоссальный проект, там десятки миллиардов долларов. И если у ребят все получится с их экспериментами, то через несколько десятков лет у человечества будет практически неиссякаемый источник очень дешевой и довольно чистой энергии. Дай бог, чтобы у них все получилось. Но, кроме всего прочего, этот аэродром тоже очень интересное место, потому что здесь находится самый большой во Франции клуб людей, которые занимаются планерным спортом. И об этом направлении нужно рассказать чуть-чуть подробнее. Если честно, мы и сами сначала не поняли, в каком интересном месте приземлились. Винон — это просто мекка для всех, кто занимается планеризмом. И сюда приезжают не только из Франции, но и из Германии, Швейцарии и Австрии. В чем уникальность этого места, я расскажу чуть позже, а пока давайте разберемся, что вообще такое планер.
Ну, это такой летательный аппарат без двигателя, с довольно большим размахом крыла, зачастую больше 10 метров. То есть, чтобы его обойти, нужно так нормально прошагать. Из-за этой конструктивной особенности для хранения планера нужны специальные ангары. А его перевозка — это вообще настоящий челлендж. Полеты на планерах здесь — это очень популярное развлечение, и здесь, естественно, есть свой аэроклуб. Тут я и встретил Диму из Киева. С 2011 года он живет во Франции и работает здесь пилотом-инструктором. Дима летает и на самолетах, и на вертолетах, и на планерах. И логичный вопрос, в чем вообще разница? Самолет и планер — это моторная лодка и яхта с парусом. На лодку ты сел, мотор завел и рулишь, куда тебе нужно, и мотор тебя там двигает, и ничего делать не надо. Яхта, так же как и планер, — это игра в шахматы с природой, можно так выразиться. То есть полет на планере — это небесные шахматы. Чтобы понять эту фразу, давайте разберемся, за счет чего вообще летает планер. В первую очередь, это термические потоки. Солнце нагревает землю, а от земли вверх поднимается теплый воздух, который обеспечивает планер подъемной силой. В этом и уникальность аэродрома Венон. Здесь более 300 солнечных дней в году, то есть летай сколько хочешь. Еще одна важная особенность планера, которую стоит сказать, это так называемый glide ratio. Если очень коротко, это расстояние, которое летательный аппарат сможет пролететь без двигателя, исключительно планируя, за один потерянный метр высоты. На нашем самолетике это соотношение составляет 1 к 9, то есть на 1 метр потери высоты самолет пролетает расстояние в 9 метров. У планера это соотношение 1 к 70, то есть на 1 метр потери высоты планер пролетает целых 70 метров. То есть полет на планере — это такая игра, в которой ты ищешь восходящие потоки воздуха, а потом просто паришь на них. Но для всего этого нужно для начала взлететь. Логичный вопрос, как аппарат без двигателя это делает? Естественно, с помощью самолета-буксировщика. Планер специальным буксировочным тросом цепляет к самолету, тот разгоняется и тащит за собой аппарат с длиннющими крыльями. После набора высоты самолет отцепляется, а планер продолжает свой самостоятельный полет. Самое поразительное — это то, что планер, оказывается, может летать на очень большие расстояния. Я думал, что ну ты типа Сири крутишься на каком-то квадратике и все, но на этой штуковине можно улететь на тысячи километров. Вот тут товарищ рассказывал, на прошлой неделе он на планере летал в Австрию и обратно, это, не знаю, 1200-1300 километров. И все это с нулевым расходом топлива, то есть тебя подняли, а дальше просто ветер, восходящие потоки, и ты летишь. В 90-х годах двое французов установили рекорд. Они без пересадок отсюда долетели до Марокко, а это 3000 километров пути. То есть полет на таком аппарате может занимать достаточно длительное время, 8, 10, а иногда и 12 часов. Слушайте, очень бытовой вопрос, а как с туалетом быть? Ну, этот вопрос решаемый, скажу так. Для мужчин он решается гораздо более просто, либо путем использования там бутылочки пластиковые. Второй путь решения, который в основном используют женщины для длительных полетов, это памперсы для взрослых. Ну, знаете, в принципе, когда ты наблюдаешь такой вид из окна своего планера, я думаю, что памперсы могут быть и не лишними. Дима меня пригласил на тестовый полет, но, к сожалению, полетать сегодня на глайдере мне не удастся, потому что у нас мало времени, и мы должны лететь дальше. Мы взлетели по направлению к Каннам, и практически сразу же началась довольно сильная турбулентность. Трясло так, что я вообще ничего не мог снимать. Не знаю, видно ли на камере, как нас колбасит, но качает знатно. В общем, насколько я понимаю, это те самые термические потоки, на которых летают глайдеры. Да, одни термические потоки, а мы через них пролетаем, то есть мы их не ловим, и они каждый вот так вот нас подкидывают, поэтому вот здесь вот такая грунтовая дорога получается. Смотри, как нас несет наверх, я ручку вообще не тяну. 1500 футов в минуту. Честно говоря, вот сейчас, когда сильно трясет, когда очень жарко, а здесь нет кондиционера, конечно, путешествие на самолете, ну, не такое комфортное, как на автомобиле, это точно. Но на самом-то деле, до Канн нам лететь 25 минут всего лишь. На машине это было бы, ну, с пробками, думаю... По полтора-два. Даже не 25 минут, у нас сейчас такой попутный ветер в спину. Еще, наверное, минут, ну, 7-8 срежем. Летим почти в полтора раза быстрее, чем нормально. Так что, да, сравнивая с дорогой по пробкам, конечно, я думаю, стоит потерпеть. 15 минут грунтовки — это лучше, чем 3 часа стоять в пробке. Через 10 минут мы благополучно сели в Каннах. Самое смешное, что турбулентность была такая, что я камерой
чуть царапнул стекло. Я сначала подумал, что оно реально треснуло, но это просто царапина. В общем, ну так, потрясло знатно на самом деле. Так, я думаю, для этого места стандартное. Ой, ну ладно, все, камон, я даже не хочу это слышать. Нормально потрясло. На самом деле мы не покупали этот номер, просто Андрюха снял его за баллы, которые он купил за время путешествия. Да, так бывает. Посмотри, каждый раз, когда ты останавливаешься в сетевых отелях, тебе капают баллы за каждый евро, который ты потратил. Ага. Ну и поскольку я очень много путешествую по работе, то есть к концу года накапливается нормальное количество. То есть ты обычно не покупаешь отели, да? Ну, когда путешествую с семьей, нет. Класс. Дивиденды от работы. История не для слабонервных. У Андрея на работе есть какой-то тип, который накопил этих баллов столько, что он в течение 2 лет может каждый день жить в отеле. То есть он, в принципе, может не снимать квартиру, а просто заселиться в отель и 2 года припеваючи жить вот с таким вот видом. Чувак, у вас вакансии на работу имеются? В общем, мы на Лазурном берегу, а так как я не очень большой фанат этого региона, то без углубления в тему, просто расскажу вам, как обстояли здесь дела летом 2020 года. Начнем с Канн, так как мы уже здесь. Количество людей в Каннах, по словам официантов в местных заведениях, для августа было совершенно типичным. Единственное, в 2020 году сюда приехали не столько иностранцы, сколько сами французы. И далеко не все местные в восторге от этого факта. Не заросла народная тропа и к Каннской красной дорожке, и несмотря на отмену фестиваля в этом году, здесь традиционная очередь на фото. Отпечатки рук Жан-Поля Бельмондо и Мэг Райан на месте, а Джеку Николсону я лично дал пятюню. Я даже решил начать их сгонять в Монако, проверить, как у них дела. Если вдруг кто-то из вас переживал за Монако, думаю, вряд ли, но все-таки, если вдруг вы переживали, то не стоит. У княжества все по-прежнему хорошо. Как обычно, лучший индикатор ВВП Монако – это количество дорогих машин, припаркованных у казино Монте-Карло. И вы знаете, по этому индексу здесь все по-прежнему очень кошерно. Вот, например, Дарья припарковала здесь свой страстно красивый Lamborghini, облепленный камнями Сваровски. На территорию возле казино теперь пускают только в масках, но людей, если честно, это особо не останавливает. Движемся дальше, и на очереди Ницца. Вместо того, чтобы бродить по местным пляжам, я выбрал себе немного другое, но не менее интересное занятие. Я сейчас как раз еду на встречу с человеком, который точно знает, кому даже в такое непростое время в Ницце живется все равно хорошо. На встречу я приехал в порт Ниццы, потому что человек, с которым будем встречаться, это Катя, яхтенный брокер. После беглого осмотра припаркованных яхт, наконец-то можно было задать сакральный вопрос. Почем? Ну, допустим, вот есть лодка здесь, вот одна из них, она 40 метров, 2019 года, называется Exodus, она стоит 190 тысяч евро в неделю, это не считая налоги и депозит на расходы. Подожди, я услышал правильно? В неделю? В неделю. То есть снять ее в неделю стоит 190 тысяч евро? 190 тысяч евро, ну и добавь еще где-то от 10 до 20% НДС обязательно. И 30% депозит на расходы, что покрывает там топливо, еду, напитки. И что, и берут? Не хватает хороших лодок. Вот что странно, да? Вот такова ситуация. Но это ладно, это еще лодка не самая дорогая. Нам повезло, что сегодня вон там стоит лодка, которая стоит 1 миллион евро в неделю. Эта яхта называется «Феникс-2». Она 90 метров в длину, рассчитана всего на 12 пассажиров и на 28 членов экипажа. Здесь есть небольшая вертолетная площадка, спа, лифт, бассейн, кинотеатр, спортзал. И бог весть, что еще. Внутрь мы так и не попали. Очень хотелось попасть на одну из таких яхт, чтобы просто посмотреть, за что люди платят 200 тысяч евро в неделю. И Катя, вот, ну, мы не знаем, дней 15, наверное, списывались, она пыталась что-то найти, но в итоге все яхты, они сейчас находятся в море, то есть все забронировано. И даже посмотреть такую яхту, просто зайти на нее, ну, пока нет возможности. Что интересно, у некоторых яхт подозрительно знакомые названия. Вот, например, Аня. А вот эта яхта со здоровенной мачтой называется Аглая.
Мне было очень интересно, какой же высоты эта мачта, но из-за близости аэродрома я смог взлететь дроном только на 65 метров, и мачта оказалась явно выше. Конечно, богатая жизнь, она другая, но знаете, мне, наверное, не суждено понять людей, которые платят, не знаю, несколько процентов годового бюджета какой-нибудь небольшой африканской страны на то, чтобы неделю покататься на яхте. И это просто находится за гранью моего понимания, ну вот правда. В общем, главный вывод по Лазурному побережью в этом году – это то, что французы очень сильно расстроились, потому что к ним в этом курортном сезоне приехали французы. Это забавно, смешно. Я на самом деле не очень люблю такие переполненные курортные города, где много транспорта, людей. Я люблю что-нибудь потише. И именно в такое место мы сейчас и полетим. Готовы. Так как мы сейчас будем лететь над морем, по правилам безопасности необходимо надевать спасательные жилеты. Но они здесь специальные, наверное, авиационные, но выглядят они вот примерно так. Естественно, перед тем, как взять курс на Корсику, мы не смогли отказать себе в удовольствии сделать лишний кружочек над Лазурным берегом, ну, чтобы посмотреть, как все это выглядит с высоты. Конечно, с воздуха Лазурное побережье очень красиво. Лететь с Корсики до юга Франции нужно где-то около часа, поэтому мы быстренько перекусили, и так как над морем нечего особо смотреть, начали набирать высоту. Оказалось, что в авиации чем выше, тем в принципе лучше. Да, это лучше, потому что, во-первых, для безопасности, потому что у тебя радиус посадки увеличивается. Во-вторых, быстрее летим, потому что более разреженный воздух, и в принципе меньше горючки жрем из-за этого же. Вот видишь, зеленый кружок, это показывает ту дистанцию, которую мы можем пролететь прямо отсюда, просто планируя, без двигателя. То есть получается, чем выше, тем безопаснее? Да. А еще где-то через 30 минут на горизонте замаячили горы Корсики. Ladies and gentlemen, this is Captain speaking. We are now currently approaching Corsica. The weather in Calvi pretty good. We expect to land in about half an hour. Have a good flight. Ну что, мы на Корсике. Короче, мы решили закемпить прямо здесь, в конце взлетно-посадочной полосы. Просто море рядом, было такое импульсивное решение. Подогнали самолет, выгрузили шмотки. Андрей отвез самолет на стоянку и, не знаю, что-то получится, надеюсь. Когда мы только планировали эту поездку и решали, что будем ночевать в палатках возле взлетных полос, я в своей голове нарисовал примерно такое место. В реальности им стал аэродром возле городка Проприано на юге Корсики. В этом месте пазл полностью сложился. Палатки, взлетная полоса, на которую мы сели, где-то вдалеке наш самолет. И еще здесь, конечно же, есть море, но вы его пока не видите. В этот самый момент я точно осознал, что путешествие на маленьком самолете – это круто, потому что они могут завести тебя в места, в которые ты бы вряд ли добрался пешком или на машине. Очень ветреное, но очень красивое утро. В общем, да, утро реально было манифик. Мы быстренько собрались и вылетели в столицу Корсики, город Аяча. Там взяли машину на прокат и поехали смотреть остров. Ну что ж, давайте для начала разберемся, откуда мы вообще можем знать Корсику. Первое самое главное – Наполеон Бонапарт. Вон его статуя сзади. Наполеон родился на Корсике и до сих пор остается здесь главным героем.
В честь него здесь рисуют граффити, обклеивают банкоматы, называют его именем отели, таверны, галереи. Ну и, естественно, местный аэропорт тоже носит его имя. Франция считает Корсику своим автономным регионом, но здесь, на острове, с этим утверждением, ну, далеко не все согласны. На стенах здесь можно частенько встретить надпись FNLC. Это аббревиатура слов Front National Liberation of Corsica, то есть Фронт национального освобождения Корсики. Это такая сепаратистская организация, которая считает, что Корсику нужно отделить от Франции, развешивает здесь соответствующего содержания листовки и закрашивает надписи на французском на дорожных указателях, оставляя только корсиканский. Еще одна довольно известная местная особенность – это корсиканская мафия. Мафия здесь вообще-то не пустые слова. Более того, слово «вендетта», которое нам хорошо известно, пошло именно отсюда, но имеет корсиканские корни. Очень примечательно, что местная мафия очень беспокоится о сохранении острова в первозданном виде. Тут несколько лет назад произошла очень интересная история, показательная. Значит, на Корсику стали заходить сетевые отели, чтобы строить эти большие коробки, в общем, превращать Корсику в такой аналог Турции. Но эти отели как-то внезапно по ночам начали взрываться, то есть эти стройки взрывали. Взрывала их мафия для того, чтобы сохранить эстетический облик Корсики. И сейчас, если вы заедете на этот остров, то он, в принципе, такой, каким он был там, 50 лет назад, то есть он сильно не изменился. И речь сейчас не только о корсиканской архитектуре всех этих маленьких городах на холмах, но и о традициях и вообще национальной идентичности корсиканцев. Для того, чтобы немного получше узнать эту тему, мы встретились с Олей и Алексом, которые живут на Корсике. Алекс вообще родился во Франции, но какое-то время жил в Москве и довольно неплохо говорит по-русски. Ну, я, например, родился в Марселе. В Марселе? Да, потом я приехал сюда, на Корсике, потому что у меня были родители здесь, и я хотел передать моим сыну наши традиции. И я хотел передать нашу культуру и вот все это. На Корсике традиционно очень сильные родственные связи. Вот представьте, Алекс купил дом, переехал из Марселя, купил здесь дом на Корсике в деревне, где похоронены его бабушка и дедушка. Алекс большой фанат Корсики, знает здесь все самые интересные места. И мы вместе поехали смотреть настоящую корсиканскую деревню. Вот это и есть традиционная корсиканская деревушка в горах со смешным названием Казинка. Здесь живет около 3000 человек, и, в принципе, это поселение не очень-то и туристическое. Здесь мы встретились с Пьержаном, который очень любезно пригласил нас в свой фамильный дом, где жило много поколений его семьи. Зацените год постройки. Меня восхищает корсиканцы, конечно, то, что насколько они чтят традиции предков, и то, насколько важна для них семья. Такое есть во многих культурах, на самом деле, но здесь вот это очень чувствуется. В этом доме есть несколько комнат, в которых собраны все реликвии этой семьи за много лет, начиная с портрета прадедушки Пьержана и вообще фотографий родственников, заканчивая домашней утварью и книгами. Такой настоящий семейный музей. Смотрели, Пьержан говорит, буржуазное место в доме, а сейчас посмотрим пролетарское. Пролетарское место меня поразило больше всего. Здесь еще 50 лет назад жили люди, и вот с этих времен вообще ничего не меняли, даже календарь 73-го года на стене висит. Огонь разводили прямо в центре комнаты, из-за чего все стены в копоти, а на потолке до сих пор висят останки колбасы, которые тут коптили. Я на самом деле в шоке, что до сих пор в этом доме, вот в этой комнате, до сих пор не сделали ремонт. То есть было бы наверняка логичнее, ну, как-то использовать эти помещения, но они используются исключительно вот как память. После такого небольшого сеанса этнографии и общения с местными, предлагаю перейти к достопримечательностям острова. Мы объехали юг Корсики, и вот вам три самые яркие точки, которые мы здесь увидели. Начнем с гор. Первое место – это горный перевал Эгюи-де-Бавелла. Здесь массивные скальные пики из красного гранита, и в целом это место выглядит довольно впечатляюще. И это не только популярная точка среди хайкеров, но и рай для всех, кто занимается скалолазанием. От гор плавно переходим к тому, ради чего все, собственно, и приезжают на Корсику. И это, естественно, море и пляжи. И здесь у острова уверенный зачет автоматом. А цвет воды в некоторых точках, например, рядом с островом Пиана, весьма близок к мальдивскому, уж простите за банальное сравнение. Цвет воды на Корсике здесь очень приятно порадовал, правда, но это, в принципе, не удивительно, потому что до Сардинии, обожаемой многими, здесь 10 километров, она, в принципе, даже видна отсюда. Темное пятно на горизонте, вот это как раз и есть горы Сардинии. Но, по правде говоря, ни я, ни Андрей даже ноги не помочили в этой бирюзовой воде, а все потому, что мы поехали смотреть самый красивый город на самом юге Корсики. Этот город называется Бонифачио. На самом деле, внутри Бонифачио, ну, это обычный старый город, который вы можете найти куча мест в Европе. Но это тот случай, когда лучше смотреть со стороны.
Бонифачио или Бонифацио построен на самой вершине известняковой скалы. Эти домики нависают над морем на высоте почти 70 метров. Здесь также есть небольшая бухта, куда заходят как паромы из Сардинии, так и просто красивые лодки. В общем, город очень живописный, и приехать сюда на денек, отдохнуть, покайфовать — это прям то, что нужно. Единственная проблема с Бонифацио — это то, что насладиться его красотой на 100% можно либо с лодки, либо с самолета. Ну, либо с дрона, если он у вас есть. Вообще, увидеть Корсику за 2 дня оказалось непосильной задачей, с которой мы, откровенно говоря, не справились. Дело в том, что по нашему маршруту начала портиться погода, и нужно было срочно возвращаться домой, иначе мы рисковали застрять на острове. И чтобы как-то компенсировать ситуацию, Андрей пообещал сделать небольшой сюрприз. Кстати, вот этот взлет с короткого грунтового аэродрома был, наверное, самым стрёмным за всю нашу поездку. Мы оторвались от земли, но буквально в последний момент, и летели очень близко от деревьев. Но, как потом мне сказал капитан корабля, все было под контролем. Причем сказать, что спустя 5 дней нашего авиационного путешествия я себя на пассажирском сидении этого самолета стал чувствовать гораздо увереннее. Я уже понимаю, что делает Андрей. Я понимаю, как реагировать будет самолет, там, проходя через горы, через термические потоки. То есть, на самом деле, я понимаю, что, наверное, все страхи, связанные с аэрофобией, они скорее от незнания техники. А чем больше ты знаешь, тем больше ты становишься уверенным и не так реагируешь на какие-то вещи, которые тебе непонятны. В общем, чем больше ты летаешь, тем меньше тебе страшно. Наверное, эта формула работает. В общем, сюрприз, о котором я говорил, заключается в том, что мы пролетим через Альпы. Через швейцарские Альпы. И если повезет с погодой, в смысле с облаками, то мы сделаем кружок на фоне, наверное, моей самой любимой горы, возле которой останавливался Швейцария. Это гора Маттерхорн. Я надеюсь, что все получится, потому что виды уже просто потрясающие. Для того, чтобы перелететь через Альпы, а это не самые низкие горы, как вы понимаете, нам тоже нужно было подняться на достаточно большую высоту. И мы забрались на 4200 метров. Самое интересное, что на такую высоту мы смогли забраться благодаря термическим потокам. Что это такое, мы уже знаем. То есть самолет на такую высоту не смог бы залететь, но этот конкретно. Но термики нас подбрасывают, и мы набираем. И это значит, что Маттерхорн мы увидим, ну, примерно на уровне. Единственная проблема в том, что по инструкции на такой высоте нельзя находиться больше, чем 30 минут, так как начинается кислородное голодание, и могут развиваться симптомы горной болезни, а это уже серьезно. Ну, в общем, у меня начинаются симптомы уже горняшечки, такое легкое помутнение немножко в голове, да, чувство легкости. Но я на самом деле не понимаю, у меня кружится голова от того, что мало кислорода, или от того, что виды здесь настолько крутые, что меня просто в горах плавит. По-моему, я вижу его. И вот вдали показался Маттерхорн. Абсолютно выдающаяся гора, высотой почти 4,5 тысячи метров, возле которой мы, естественно, сделали кружок почета. Ну что, Маттерхорн вон там позади. Я считаю, что на этом моменте все гештальты по горам закрыты. Господи, красота-то какая! А вот смотри, видишь перед нами такое, похоже на ворота? Да. Вот прикинь, чуваки умудряются на самолетах, на лыжах залететь в эти ворота и сесть там на этот ледник. Обалдеть. Но на этом сюрпризы не закончились, потому что мы подлетели к Монблану, самой высокой вершине Альп и вообще Европы, если не учитывать Кавказские пики. Смотри, вот видишь, там штука похожая на НЛО на горе? Да, да. О, это такой рефьюдж, где ночуют все клаймперы, которые поднимаются на Монблан. Этот пролет через Альпы получился даже лучше, чем я себе представлял. Погода, красивый закатный свет, в общем, ну, чистый кайф. А где-то через 30 минут мы уже заходили на посадку во французском Анимас, буквально в паре километрах от Женевы. Б.
Блин, у меня такой вообще спектр эмоций. От какого-то такого легкого волнения, страха до какой-то красоты неописуемой. С новой проекцией, с которой я еще не видел привычные мне горы. Вау. Вау. Это был очень хороший день. Да и вообще вся поездка. Ну что, 6 дней нашего самолетного путешествия позади, и сейчас, наверное, то, что вас интересует больше всего. Сухие цифры. За 6 дней аренды самолета со всеми сборами авиационными, за парковку, за топливо и за аренду самолета, что очень важно, мы заплатили 2000 евро. Важно учитывать, что нас было всего лишь двое. То есть, если нас было бы, например, четверо, а этот самолет имеет как раз 4 места, то эта сумма была бы уже 500 евро на человека, что, в принципе, ну, не так плохо. И, естественно, здесь напрашивается сравнение с автомобилем, и мы посчитали, что на тот путь, который мы пролетели, автомобиль потребовал бы больше 2 дней. Все это на самолете у нас заняло 13,5 часов, что, в принципе, ну, почти в 4 раза быстрее. И очень важный момент. От этой точки, например, до Кан лететь 2,5 часа, а на автомобиле 8,5 часов ехать. И я знаю точно, что после 8 часов за рулем ты выжат как лимон, тебе ничего не хочется. А после 2,5 часов на самолете, в принципе, я могу сказать, как человек, который только что это вот прошел все, ты, в принципе, свеж и бодр, то есть ты можешь ходить, ты можешь, опять же, прыгнуть в машину и там спокойно ехать куда-то, куда тебе хочется. В общем, самолетное путешествие — это какая-то совершенно новая грань, новая перспектива на путешествие. Это очень интересно, потому что вместо того, чтобы проезжать по деревням, ты их пролетаешь и видишь их совершенно в какой-то другой точке. И что я очень сильно почувствовал в этом путешествии, это то, что самолетная романтика, все эти ночевки на аэродромах, какие-то там ужины в авиационных ресторанах, которые находятся прямо рядом с полем, это настолько кайфово. Ведь у нас на самом деле было довольно бюджетное путешествие, мы ночевали в палатках, мы не тратили много денег там, на какие-то рестораны или гостиницы, то есть мы достаточно бюджетно на самом деле покатались. И это супер кайфово. В общем, я в диком восторге, и я сейчас думаю о том, что я бы хотел, наверное, повторить такое путешествие, только по другому маршруту, и, возможно, даже не раз. Но вообще, вы же знаете, что неважно, на чем ты путешествуешь, важно, делаешь ты это или нет. Так что путешествуйте. Это по-прежнему того стоит. Ну, а я еще, наверное, денек задержусь в этой шикарной швейцарской деревне, чуть отдохну и буду двигаться дальше. Увидимся.